red alert. For the self-destruct sequence will commence. 10 T-10 seconds.
5-2, победа! Леруа Мерлен. Слава, все. Блин, удар нормальный был. Лёх такой был. Сан, видели, какой удар нормальный был? Димон, как настрой? Отлично. Как все выиграл? Если хуйней не заниматься. Да, пацаны, слышишь себя, Димон? Мне кажется, оператор купленный. В смысле купленный? Блин, давай посмотрим комментарии. Димон, как вам игра сегодня? Что-то к флангу у нас жопятся. А кто виноват? Ну, что-то пока что... Кто плохо играет? Девяточка и восьмерочка. Пока что они горят. О, Антоха. А кто девятый? А, Димон. Ну, блин, с кем не бывает. Димон. Небольшое интервью. Как ваше ощущение после матча? Ну, во время матча. Отлично. Димон говорит, вы плохо играете. Ах ты, пацан. Так все на видео записано, блин. Сказал, восьмой хуёво играет, восьмой хуёво. Ну ладно, шучу, Димон, мы все понимаем, это угар. Конечно. Не, серьезно, Димон, надо шутку угорать. Димон, как ваше впечатление после первого тайма? Нормально. Просто нормально? Игра идет. Игра идет, главное не подсить. Да. Игра идет, у меня же какой-то мяч. А два мяча на поле, все равно игры нельзя. Так можно же было, а сейчас забит. Спокойно. Чего все-таки все агрессивно сегодня? Больше доброты, ребят. Тепла. Я прав, Димон? Вот так. Быть добру, да? Да. Давай. Рэф, замена. Бля. Давай. Лежи. Там шапка моя. Илюх. Блять.